Александр уверенно управляет универсальным и проходимым трактором. В зимнее время года эта машина предназначена для обслуживания и уборки снега на футбольных полях. Он универсален. При определенных моментах можно заменить колеса, и он будет обычным трактором. Есть, приобретается кабина и все остальное. Готовность персонала и оборудование к зимнему периоду проверили на ежегодном смотре техники в поселке Горки-2. На сегодняшний день коммунальная служба полностью укомплектована водителями, которые могут управлять всеми видами снегоуборочных машин. Мы находимся на производственной базе МБУ благоустройства и озеленения Горки-2. Данное предприятие оказывает весь комплекс услуг по содержанию территории, как в летний, так и в зимний период. В целом, мы как территориальное управление оцениваем деятельность данного предприятия как образцовую. Минимальное количество жалоб, минимальное количество претензий по содержанию территории. По сыпучим материалам контракт заключен. У нас пескосоль 850 тонн. И на сегодняшний есть остаток с прошлого года, 100 у нас резерв. И сейчас проторговываем еще песок и соль отдельно. Всего осмотрели 14 единиц спецтехники, которые готовы выходить на дороги общего пользования при появлении первого снега, а также содержать в порядке внутриквартальные проезды и дворы. Екатерина Крамер, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».